всем привет, это Стокгольме. Продолжается оформление нашего товарища из СНГ. Кстати, он обещал нам сделать интервью, рассказать, как он эмигрировал в Швецию, где он нашел жилье в Стокгольме, каким образом вообще ему удалось трудоустроиться в компанию. В настоящий момент 2 недели прошло, как мы подали на карту. Это та карта, куда будет начисляться его зарплата. В одном из банков Швеции у нас есть это в предыдущих видеороликах. Сейчас наша задача получить ID-карту. Она будет получаться в налоговой. Я сам буду заниматься этим вопросом, потому что Настя сейчас загружена на других проектах здесь, в Швеции. Кстати, ребята, кого вообще интересует иммиграция в Швецию через бизнес, через трудоустройство в свою компанию, мы сможем вам помочь. Начиная с июня месяца будет полноценное представительство в этой стране. Я на самом деле просто не ожидал такой реакции, такого количества комментариев под нашим видео в теме, связанной со Швецией, вообще с Евросоюзом. Многие хотят переехать в эту страну, но это действительно очень правильно, потому что Швеция – это 4-е или 5-е место по уровню жизни, даже выше, чем США. Здесь высокая социалка, высокие пенсии, хорошая медицина, спокойная, размеренная страна с хорошим таким климатом. Кстати, даже лучше, чем в Москве, в России, потому что здесь проходят теплые течения, и погода, ну, даже сейчас конец апреля, сегодня тут плюс 25 градусов, народ ходит в футболках. Я просто не ожидал, даже теплее, чем в России, ну, потому что здесь Гольфстрим, быстрее все нагревается. Итак, ребята, начиная с понедельника, начнем заниматься дальше трудоустройством. Парень обещал нам сделать видеоролик, где он расскажет, как он трудоустроился в эту компанию, каким образом он нашел жилье, как будет поступать на курсы английского и шведского языка. Ну, в принципе, я постараюсь вообще отслеживать его судьбу здесь и делать материалы с теми, кто в данный момент уже живет в Швеции, в Стокгольме и в других городах. Люди, которые с российским дипломом и с СНГшным дипломом смогли трудоустроиться в эту страну, получают высокие зарплаты. Ну, это классно. Так, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт. И привет вам с теплой Швеции, Стокгольма. Сегодня здесь просто жарко. Пока.